Здоровенький народ, какие дела с вами? Сергей Хелье, вы смотрите канал Хелплей, и сегодня мы с вами начнем играть в такую игру, как Happy Wheels. Да, для всех она является таким обычным случаем, но не для меня. Я в нее почти не играл, единственное время, которое я в нее играл, было на работе. Да, я на работе иногда играю. Кто не играет? Кто не играет в рабочее время иногда? Все играют. А у кого есть доступ к компьютеру на работе? Так вот, я играл в нее всего 40 минут, поэтому, если вам понравится этот выпуск, мы запустим целую серию периодичных роликов, не каждый день, конечно, но периодично будем играть в Happy Wheels, так как карты постоянно тут обновляются, они новые, и сама игра до сих пор обновляется. Ну что ж, ребята, перед тем, как мы начнем, давайте на счет 3 нашу традицию. Раз, два, три! Хопа, надеюсь, было слышно, у меня чаек все в той же моей пластмассовой кружке. Стакане. Очень удобно. Ладненько, ребята, а мы начинаем! Плей! А, нет, стоп, не туда. Мы будем играть карты. Играть карты мы будем... О, по рейтингу. У меня уже сделано по рейтингу. Давайте еще раз попробуем. Что-то не обновлять. Давайте вот так вот. И... Oldest. И давайте по рейтингу. Вот так вот. Будем играть в рейтинг. Самые рейтинговые карты, которые понравились людям. Итак, Logo Quiz. Logo Quiz. Нет, мы не будем играть Logo Quiz. Это, в общем, викторина, типа, короче говоря. DJ Music нет. It's Possible. Давайте, вот название интригует. О, сынок, как дела, сынок, тихо. Can you make it? Так, я понимаю, нас ждет жопа. Так, сынок, папа, что бы ни случилось, помни, папа любит тебя. Вперед! Так, Азар, сынок, прости! Папа правда любил тебя! До этого я... Я победил! Вот, блядь, сына жалко, но ничего страшного. Ладно, вот такой вот у нас загончик получился. Что у нас еще есть? Hard Spike Fall. А, тяжелое падение среди каких-то штыков. Так, значит, чё, красный JB, 1D, no D, get it, crap, Epson, amazing Chuck Norris. А, то есть это какие-то уровни наших достижений. Так, ну что ж, давайте попробуем, поехали. А, все, я понял, чем мы ниже упадем, тем... Я понял. А, вон и Чак Норрис. Что, нет, ну мы очень крутые, мы можем быть только Чак Норрисом. Так, тихо, тут нужен математический расчет, а я очень хороший математик. Итак, прыгаем и... Оба, Чак Норрис! Я же говорил, что я охуенный математик. Ну что ж, вот так вот мы быстро все проходим. Вот такие крутые мы Чак Норрисы. Едем дальше. Итак, Sword Row, метание мечей. Метание, это должно быть весело. Оу, мы за Джейби играем. Соседи нас умоляют. Пожалуйста, нет, Джейби! Джейби, нет! Итак, у нас есть цели. Итак, для начала надо убить Джейби. Нет проблем. Убить Джейби! Дабл килл! Трипл килл! Четырежды килл! Вы видали? Вот так играют про! Вот так вот! Вот этого козла такого... Сука, ты спрятался за спиной моей! Это нечестно! Так, вот это будет сложно. И я! Черт подери! Да, блин, давай, Джейби, давай, сделаем это. Ты вся завидовал ему, он угнал твою тачку и тёлку. Да. Просто между колен я ему там что-то подрезал, и он упал. Я, как видели, многих не зарезал, потому что просто свалил. Я гуманный убийца, я не хочу, как бы, резать кого-то. Можно же просто столкнуть их в пропасть. Они умрут, но от рук пропасти они разобьются. Не я их убил, ну, теоретически. Extreme Hurt the Nation. Не знаю, что это. Давайте посмотрим. О, мой бог. Что? Это наше сердце, кто не понял. А, донор понял. Мы, типа, жертвуем сердце. Экстремальный жертв... донат сердца. Типа, жертвуем кому-то. Какие звуки сердце издает? По принципу домино сделали эту карту. Так. Куда прилетит наше сердце? Я не могу этим управлять и... Как какие точные расчеты, вы посмотрите. Явно кому-то сердце нужно больше, чем блядь, нам. Но я не уверен, что оно окажется в нормальном состоянии, когда доберется до человека. Главное, чтобы мы жертвовали ему... Это не Джейби. Джейби говно. Мы не хотим ему жертвовать. Отлично, вы победили. Отлично. Хорошо. Вот так мы доставили сердце кому-то. Едем дальше. Rope Swing Pro. Rope, это же веревка, да? Канат или как там ее? По-английски, значит. Так, welcome and have fun.
А, что ж, доброе пожелание. Тогда отцепиться, я так понимаю, да? Ну, давайте отцепимся. А, вот! Оба! Аля, хоп! Оба! Джей Би, да ты просто циркач какой-то! Конвейер! Так, давайте-ка, осторожно! Осторожно! Так, так, сюда! Джей Би! Джей Би, нет! Еще раз! Так, тихо, тут нужна сноровка! Джей Би, господи! Какой ты ублюдок, Джей Би! Почему ты хреновый циркач? Зачем ты только пошел в цирк? Так, отлично! Алле, хоп! Джей Би, мы потеряли руку, но ничего... Джей Би! Джей Би! О, мы отцепились! Джей Би, молодец, не сдается, и что бы то ни было, он постоянно доделывает свою работу, сука. Ты хочешь так слинять от нее? Джей Би? Джей Би мертв. Что ж, придется заново начать. Мы получили ужасную несовместимую жизнь и травму головы. Так, опа! Алле, хоп, Джей Би, молодец. Так, зацепимся. Тут главное все рассчитать, Джей Би. Как ты крепко зацепился, Джей Би. Джей Би, хватайся. Молодец. Джей Би, нет! Черт, сука, Джей Би, давай еще раз. Вперед! Опа! Али, хоп! Ручки у тебя слабенькие, парень! Так, еще разочек. Тихо, осторожно. Хопа! Оп! Ёпа! Зашибись! Математические расчеты и тонкости этого циркачного дела, понимаете, они дают о себе знать, так сказать, скиллы у меня. Так, опа! Оп! Оп! Джей Би, нет! Почти, Джей Би. Мы почти это сделали. Последнее, самое трудное. Надеюсь, там еще... Опа, нет, черт подери. Во-первых, это же для про все-таки, да? Как бы мы из названия видели. Опа! Оп-опа! И еще и сальто. Джей Би, публика тебя аплодирует. Ты трюки делаешь все совершеннее и совершеннее. Они и так изрядно опасны. Джей Би, ты не зацепился. И жить у него жопа была прям к его носяре. Джей Би, ты токсикоман какашек, причем свои. Как говорится, свое говно не пахнет, поэтому ты не токсикоман. Так, Джей Би, мы потеряли руку. Джей Би, ты одну руку оставил посреди нашего исполнения. Так, осторожнее. Так. Джей Би, нет, все-таки с одной ручкой трудно Джей Би захватиться. Давайте еще. Хватит терять руку, Джей Би. Почему ты такой уебок? У тебя надо попить кальций, я не знаю, для укрепления костей. Слишком ты как-то активно теряешь свои руки. Так, невероятно, Джей Би, это ты с одной рукой. О боже. Так, так, молодец, Али, оп. О, почти, Джей Би. Мы почти чуть свой кукан не насадили на эти шпажки. Потом бы сделали из тебя шашлык, Джей Би. Не пропадать же добротному мясцу. Оп, оп. Джей Би, я забыл, что здесь надо отпускать совсем раньше. Прости меня. Не выдержали руки, Джей Би. Так, группируемся. Не туда группируемся. Так, погоди, Джей Би. Вот, оп. Превосходно! Оп! Опа! Давай, сальто, Джей Би! Сальто! Вот молодец! О, какой мужик! Какой ты смешной! Так, опа! Так, третья катушка сейчас будет! О, и руки! И наши руки, смотрите! Смотрите! Я руками держусь, а руки бьют нас! Ты посмотрите на это! Сейчас я отпущу руки, смотрите! Опа! Снова схватились! Сейчас еще раз! Где руки? Все, руки упали, а мы бьем себя ногой. Джей Би, я хочу закончить эту карту. Это тебе нужно это. Тебе нужно это выполнить. Оп! Алле, оп, Джей Би, молодец! Джей Би, мы тебе потом дадим арахис как слону. Ты достаточно жирный и похож на. Нет, не дадим мы тебе арахис. Ты умер, Джей Би. Так, оп! Молодец! Даже руки не потерял! Джей Би, профессионализм растет! Ты не зря здесь выступаешь и тренируешься, заметь! Оп! Так! Оп! Локтями! Оп! Так! Опа! Оп! Тихо! Тихо! Так, так или так? Так! Грэбит! Так, хорошо! Давай, моя рука держится на... Я не взял! Потому что у меня нет рук уже! Боже! Так, все, пробуем последний раз и переходим к следующей карте. Мы недостаточно еще профессионально с тобой, чтобы выступать в большом цирке, Джей Би.
Но, по крайней мере, ты зашел дальше остальных новичков. Большинство из них умирало, хотя ты умер уже раз в 50-й. Мы потеряли каску, JB, это опасно! Вот к чему приводит потеря каски! Посмотри на это, JB! Ужас. Так, ладно, едем дальше. Роб Свинг Про слишком... типа супер метание, очень хорошее метание ножей написано. I hate you, I love you, I love you. I'm a robber. You're a friend. Нет, я всех вас убью, сука. Так, отлично, минус один. На, жирный, прям по писюну тебе огром... Ты еще не умер. Жирный самый тяжелее всех. Почти. На тебе жир... Вы жирные просто... Вы читеры! Вы слишком толстые, чтобы вас свалить! На! Давай! Это многоножка! Вы посмотрите! Это же человеческая многоножка! А, кстати, они исчезли, кажется, мы их убили. Надо было убить только ебучего толстяка Санту. Так, еще раз... Метание ножей точно. Два ножа сразу, на жирных надо аж три ножа, потому что на тебе, блядь. Робер, ты такой нелепый. Ты такой, блядь, нелепый, Робер. Что ты... Олег, ты сказал, твоя нога, но у тебя было проблемы с жопой. Почему, Робер? В такой позе неестественной. Так, еще раз мы пройдем это. Осторожней, берем один меч, экономия. Ну, выбросим один, он мне не понравился. Ха-ха-ха, в очко пропустил. Вот так, всех столкнул. На! Жирная сдохла. Так, а тут нужен прям тут нужно что-то типа того. Нет, не получилось. Так, стоп, тут надо подкидывать как-то. Вот так, умри, Санта. Так, мы еще... Так, мы спускаемся, хорошо. В машину и уезжаем. Вперед! Ну, едем! Ты как ехать на ней? А, вот! Я так вожу машину! Здорово! Офигенная карта! Прям пиздец доставила. Вот это круто было. Save the child. Спаси ребенка. Зря вы меня на это подписали, у меня вся были проблемы с детьми. Оп, я не убил его, смотрите. Ну, я теперь убил. Его зовут Тимми. Вот, это был план, у меня такой план был. Тихо, это, очень тяжело расположен последний мачете. Мне надо его, оп, так, давай. Вот, так вот. Raid 5, if you kill the man. Raid 3, if you kill the Timmy. И Raid 4, is if you kill the bot. Типа убил двоих. Так, ладно, мы должны убить только того, кто держит ребенка в заложнике. Вот так! Тимми, я отбил от твоей головы. Добей его, Тимми. Видали, как от Тимминой головы. Тимми, молодец, он был натренированный, малый, он знал, чем отбивать. Охуенный футболист будет Тимми. А теперь мы должны выбраться, чтобы добить. Давай. Так, давай. Нет, не выбирай, слишком сильно. Ладно, мы получили 5 звезд. Тут как бы автоматически они появляются. Нам рассказали правила, поэтому... Мы знаем, что у нас 5 звезд. Quiz лого. Нет, мы не будем всякие викторины проходить. Так, The Magic Ball. Демо. Ну, давайте поиграем. Так, The Magic Ball. Grab the ball and rollin. Хорошо, я взял. Так, бомж в этом. I can kill humans. Я могу убить людей. I can climb stairs. I can break glass. I can... and other stuff. Это типа реклама. It can climb steep slopes или что-то такое. Ла-ла-ла-ла-ла. Короче, мы получили монетку. Вот, ну, так себе. Не очень прикольно. Едем дальше. Extra ball throw. Теперь мы будем метать шары. Так. Hello and welcome. Окей. Die, blood, kill dead, kill JB, win, gift, подарок, room. Так, nothing. Давайте сначала. Die! О, бог ты мой! Это был пиздейшн. Так, давайте в другую попадем. Это прикольно. Так, тихо. Я не могу. Какой тяжелый мячик. Опа! Blood!
А, ну это то, что kill, да? Ну, так, ладно, blood мы знаем теперь что. Die. Так, а если die просто опустить? Тихо. Блин, нет, я не хотел опять. Давай. Давай, die сложнее всего, походу, опустить. Вот так вот. Head. И все. Ай, не надо мне в сраку. Зачем со... О, kill JB. Причем не только JB, и nothing написано. Nothing. Blue balls. А, blue balls, мы открыли новые шары. Так, red balls. Ух ты, сколько мы всяких шаров-то. Так, kill dead. Kill dead, убить отца. Так, room. Что такое room? А, мы теперь вниз, но у нас стрела в жопе, мы ничего не можем сделать. И там голова, она мешает нам. Так, давайте еще раз. Прикольно. Так, так. Вот так. Kill JB. Нет. Я не хотел убивать JB. Так, в плар и... Ай. Так, мы можем еще управлять? Нет, не можем. Я знаете, чего хочу? Я хочу попасть в гифт и... Нет. 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 За жопу. Но ничего не могу сделать теперь с этим. Так, кстати, надо наклониться в следующий раз, когда полетит. Уклониться. Вот, уклоняемся. Я хуёво всегда уклонялся. Не могу, что ли, ничего сделать теперь? Так, да я хочу попасть в гифт. Если не получится в ближайшее время, я перестану это делать. Отцепись. Так. Черт. Нет, у нас ничего не получается. Все, последний раз. Последний раз я хочу попасть в... Вот так. Big win! А, вот, все, мы вот так вот закончим. Победой, большой победой. Rusty Metal New. Автор Егорка. Русские делают не так. Are you tired of this annoying glass breaks battle runs? Harpoons runs and... Короче, ясно. Rust Effect Level. Так, сына, чтобы не... Так, хотя знаешь, сына, давай, давай мы тебя оставим. Выходи. Нет, сына не хочет входить. Выходи, сына, слишком опасно. Так вот. Вот так, сына. Отец заботится о тебе, несмотря на то, что отец переехал тебе ножку. Давай, давай. Тебе тяжелее, да ты сможешь. Да? Давай еще немножко. Давай, 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 давай. Нет, не получилось. Так, еще раз, может быть, сыном будет лучше. Папа протаранил путь к славе. Нет, не получилось. Так, вот так. Вот так, давай. Ох ты, вот так. Прости, сына. Так, давай. Оп, вот так. И вот так вот. Так, еще раз. И так, чуть поближе, и вот так. Какая тяжелая работа. Так, вот это вообще тяжело, пипец. Вот так. Вот так. И вот так, чтобы голову не сломать. С этим уже, мы уже на четвертом. Тихо. Сына, нет! Без тебя ничего не получится! Теперь ты, мимо сына, я буду тебя толкать к финишу. Что такое? Опа! У тебя папа трюкач! Папа в прошлой жизни, блин, выступал, когда был молодой. Прости, сына, ты необходимая жертва для славы папы. Папа потом сделает нового. Так, так, тихо, тихо, осторожней. Шестой, шестой. Вот, оп. Опа, папа, вот это папа усач. Оп, папа, седьмой уже, да господи. Нам обещают какого-то босса на 20-м. Хорошо, поверим им. Босс, раз 20. Так, ладно. Так, осторожно, оп. Разгонимся, вот так вот. Так, папа все делает ради тебя, Тимми. Опа! Там финиш, смотрите, мы почти доехали. Мы не должны проиграть, нет. Оп! Так, я застрял. Нет, я не застрял. Так, осторожней. О, фух! Так. Нас обманули, ничего не происходит, сукины дети. Так, ладно, поехали. Слэм Данк Шоудаун. Давайте последнюю карту. Ну-ка. Ух ты! Так, что-то я не взял. Так. А, я должен был забить мяч. Да, мать твою, я как нигер. Смотрите, опа. Победил. Так, ясно. Воп! Нет, не схватил.
Хоп! Да что ж такое? Заново. Вот! На! Круто! Ладно, ребята, вот такие игрухи у нас были, такие карты, если быть точным. Вот так поиграл я Happy Wheels. Ставьте лайки в любом случае, даже если вам не понравилось, поддерживайте канал. Вот, и пишите в комментарии, хотите ли вы еще поиграть со мной в Happy Wheels. Мы будем играть его, не говорю, не каждый день, но пустим как постоянную серию. Я не буду забывать его посещать там раз в недельку где-нибудь. Почему бы и нет, было бы прикольно. Может быть, больше все зависит от того, насколько вам понравилось. Но, по-моему, это было забавно и угарно. С вами был Сергей Хелье. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки, вступайте в группу ВКонтакте. Всех вас по-братски уважаю и люблю. Еще раз брочай на счет 1, 2, 3. 1, 2, 3. Брочай! Счастья и здоровья вашим близким. Маме и папе, и бабушке, и дедушке, и тете, и брату. В общем, всех тех, кого вы любите, даже вашим друзьям. Вот. С вами был Сергей Хелье. Всем пока!